В Казахстане ужесточат наказание за применение насилия и посягательство на жизнь государственных инспекторов. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Мурат Ахмеджанов. В части браконьерства по всем составам преступления вводится обязательная конфискация орудия преступления, транспортных средств и имущества браконьера. Незаконная рыбная ловля и незаконная охота переводится из проступка в категорию преступлений средней тяжести. То есть даже за однократное браконьерство, которое не повлекло значительного ущерба и когда не пострадали краснокнижные животные, можно получить лишение свободы. Сейчас в действующем законодательстве максимальное наказание – арест до 40 суток, сказал Ахмеджанов на пресс-конференции в СЦК. Кроме этого, предлагается ужесточить наказание за систематическое браконьерство, за незаконную охоту с причинением значительного ущерба, за добычу редких видов животных и рыб. Данные преступления переходят в категорию тяжких преступлений, где мера наказания предусматривает заключение до 6 лет. За совершение браконьерства в составе ОПК предусмотрено лишение свободы до 10 лет. Отдельным составом предусмотрена ответственность за незаконную добычу и уничтожение сайгаков и оборот дериватов. Вводится ответственность за применение насилия и посягательство на жизнь государственного инспектора по охране животного мира наравне с ответственностью за такие же деяния по отношению к сотруднику правоохранительных органов, сказал Ахмеджанов.